губернском колледже Серпухова с 14 по 18 сентября будет проходить 31-й ежегодный конкурс «Учитель года Подмосковья-2020». На звание лучшего преподавателя региона претендуют 52 педагога Московской области. Заместитель главы администрации Одинцовского городского округа Олег Дмитриев сообщил, что среди участников будет и представитель нашего муниципалитета – учитель математики Боровихинской средней общеобразовательной школы Дмитрий Толстов. Желаем нашему участнику удачи!